красным Михаил Грибов, синим Вадим Гришукевич. Итоговая оценка Илюкович Татьяна 8,15. Итоговая оценка Янович Оли 7,67. Предупреждение красному за запрещенное техническое действие. Красный, синий, синий. Победа в раунде боев синей экипировки состоится в третий раунд. Игнатович. Итоговая оценка Кепчуковой Ольги 8,62. На ковре объявляется 5-минутный перерыв.
По результатам двух раундов победу в бою одержал спортсмен в синей экипировке Вадим Гришукевич. Приглашается Феофанов Нестеров приготовиться.